Доброго времени суток, уважаемые коллеги по хобби. Продолжаем дальше покрасочную часть. И продолжаем дальше красить базовый слой. Сейчас можно посмотреть при дневном освещении, какой получился тигр. Здесь, как вы помните, два цвета коричневого. Просто коричневый и коричневый-красный. Вот так вот получается данная машина. И такие вот двери. Ну, теперь буду наносить небольшие фильтры такими красками. Краски использую Tamiya XF8 и XF7. Буду разбавлять жиденько, чтобы как бы немножко разнообразить цвета ржавчины. И после всего этого буду применять Mask Skull от фирмы Plasmaster и буду применять жидкий трафарет тоже от фирмы Plasmaster. Эту продукцию можно приобрести в магазине Я Моделист. Она недорогая. Вот заодно посмотрим. Но по отзывам я знаю, что продукция очень хорошая. Ну, увидим, как она работает в процессе. Не знаю, влезу я в одно видео или не влезу. Но, по крайней мере, сегодня сделаем фильтрацию. Значит, следующую часть выпустим, будет сделана уже Mask Skull и покраска в основные цвета. Еще тоже пока что не определился, какой мне делать камуфляж. Ну, что-нибудь придумаем по ходу работы. Ну, начнем разводить краску и покрывать тоненькими слоями. Вот, сначала думаю сделать оттенок желтого, а потом оттенок красного. Tamiya-вскую краску успешно развожу вот этим средством недорогим. Вот. Так что покраска будет через пару секунд. Развел краску, жиденькая консистенция, и начинаем.
развел красный цвет, решил сделать его немножко оранжевым. Подумал, что красный может сильно выделяться. Вот так вот, быстрыми движениями прохожу. Так, в целом имитация ржавчины хорошо получилась. Интересный метод. Увидел его на Фейсбуке и решил попробовать. Вот теперь реально метод хороший. Мне понравился. Теперь главное, чтобы все получилось последующем, когда буду завершил покраску комрады, и получилась вот такая вот интересная игра цветов, или можно так сказать, цветомодуляция ржавых оттенков. Как бы я сам очень доволен результатом, не ожидал, что так красиво получится. Хоть так оставляй. Но, конечно же, так не оставим. Это всего лишь будет базовый слой. Вот. Такой красавец получается на данный момент. Ну, в следующей части уже начнем работу с маск-сколом, с масками. Хочу масками закрыть бронелисты, как на дверях, так и на лобовых окнах. А маск-сколом сделать, покрыть все выпуклости, все выпирающие части поверхности, ну, а потом наносить уже камуфляж, камуфляжные цвета, и пробовать обдирать. Так что, кому интересно, смотрите следующие части. Дальше, надеюсь, будет еще интересней. Спасибо, друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.